честно, еще пока не ощутил. Сегодня целый день как-то за этот матч переживал. Ну, тяжело было. И Малахит реально показал очень отличную игру. Ну, все увидите. Долго отбивались. Ну, игру переломили, конечно. Чувства такие переполнены, на самом деле. Ну, как сегодня Алексей Варин сказал, что первый раз ведь такое количество болельщиков здесь. Чуть-чуть поменьше было на открытии, на первых матчах, да. Ну, конечно, ощущается и накал страстей чуть другой, и по болельщикам, потому что тоже слышно было, как они переживают, и орали, и так далее. Ну, конечно, это все-таки финал. Локальная задача выполнена в конкретном турнире. Есть еще две отдельные задачи. Это завершить чемпионат 11 на 11 и чемпионат 8 на 8. Доведем их до ума, проведем награждение, посмотрим, опять же, на реакцию людей. Угу. Будем делать выводы. По окончании сезона мы все соберемся. Может быть, неформально даже обстановки. Как-то все это будет происходить, обсудим. Наверняка будет расширение на следующий год количества участников, скорее всего. Поэтому будем думать, как улучшать все это.